Парк имени Степанова – излюбленное место отдыха горожан. Следы человека здесь повсюду. Пивные бутылки, обертки от чипсов, сигаретные пачки. Так метят территорию ивановцы. На уборку парка в субботу вышли блогеры в рамках всероссийской акции «Блогеры против мусора». В основном чисто именно там, вот, где аттракционы, где ходят люди. То есть, а в той лесной части, где тоже отдыхают граждане, к сожалению, уборка, видимо, не проводится или проводится не так часто, и поэтому мусора тоже очень много. Уборка стартовала от кольца 4-го троллейбуса и вглубь парка, по дорожке вдоль железнодорожных путей. Мусор разбросан довольно хаотично, в основном под кустами. Встречаются и целые стихийные полигоны бытовых отходов. Ну, как мы видим, пройдя по аллее от остановки до парка, то есть в основном это пакеты со стеклом, то есть это пивные бутылки, пластиковые бутылки тоже пивные. Ну, в основном алкогольные напитки и упаковки из-под чипсов, семечек. И различный, то есть такой потребительский мусор. Вот. Очень много стекла битого, то есть вполне вероятно то, что люди летом, идя в сланцах, они могут просто проколоть себе ногу. Ивановских блогеров всего 5 человек. Остальные собравшиеся просто активные граждане, которым несложно в свой выходной выйти на улицу и сделать город немного чище. К сожалению, чаще всего блогеры пишут много, а делают мало. Вы вот видите по итогам акции, что блогеров пришло достаточно немного. В Ивановском регионе их в десятки раз больше, но для некоторых намного удобнее только в интернете писать и все. И за пределами интернета у них ничего нет. Общими усилиями удалось собрать порядка 90 мешков мусора. Самосвал для вывоза предоставило управление благоустройства. Подобные акции – это хороший повод задуматься. Причем для всех. И для администрации парка, который убирает лишь небольшой пятачок в центре. И для горожан, которые так грязно следят. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.